Привет, это канал IT User Health. И сегодня в этом коротком видеоуроке я хочу рассказать о том, как можно восстановить историю браузера Google Chrome, если вы случайно ее удалили. И также мы рассмотрим вопрос, как полностью удалить историю браузера. То есть, если вы удалили историю браузера из Google Chrome, то существуют возможности, если кто-то захочет восстановить эту историю. Давайте посмотрим, как сделать так, чтобы удалить на 100% историю браузера. Итак, перейдем в наш браузер Google Chrome. И первое, что можно сделать для того, чтобы восстановить историю, либо посмотреть историю посещения сайтов, в случае, если вы пользуетесь Google Chrome под аккаунтом Google, то это сделать будет довольно легко. Нам нужно будет перейти по адресу myactivity.google.com. И мы перейдем в такую страницу нашего профиля, в которой сохранены последние действия. То есть здесь мы видим нашу историю браузера, какие сайты я посещал вот последнее время. И мы можем перейти в пункт отслеживания действий здесь. И здесь мы видим настройки того, что Google хранит какую историю от нас. То есть мы видим, что здесь включена галочка, чтобы хранить историю приложений и веб-поиска. История местоположения у нас отключена, но может быть включена. История поиска Google, реклама и так далее. То есть через пункты своего аккаунта myactivity.google.com мы можем увидеть историю поиска. Далее. Помимо этого пункта. То есть, если вы не хотите, чтобы кто-то случайно увидел вашу историю, даже если вы удалили историю браузера Google через настройки, как это делается обычно, либо через этот пункт история и удалить, то нужно будет здесь в отслеживании действий пункте нужно будет снять эту галочку. И далее тут идет текст, нужно согласиться, прочитать и нажать отключить. Вот и далее, что можно сделать, чтобы восстановить историю браузера, нужно попробовать восстановить файл. То есть история браузера хранится в некотором файле на операционной системе. В Windows это он находится по этому адресу, который вы видите на экране: C, User, имя пользователя, Update, Local, Google. В этом месте хранится наш файл с историей, то есть мы можем перейти C, пользователи, имя пользователя, AppData, Local, Google, Chrome, User Data, дефолт папка, и видим здесь такой интересный файл, как history. Этот файл у нас и отвечает за историю браузера. То есть если мы откроем его специальной программой, а эта программа называется, их много, но одна из них это Chrome History View, вы можете скачать по этому адресу.
Эту ссылку я прикреплю в описании. И в той программе мы сможем открыть этот файл history. То есть, когда вы удаляете историю с браузера Google Chrome стандартным средством, через вот эти три точки, история, удалить всю историю, либо через настройки удалить всю историю, то вы очищаете этот файл. Удаляете его, но потом создается новый файл. И чтобы восстановить историю браузера, нам нужно воспользоваться программой, которая восстанавливает удаленные файлы. Принцип действия таких программ по восстановлению удаленных файлов заключается в том, что когда файл удаляется с жесткого диска, он становится невидимым для операционной системы, но он все еще есть и затирается только по мере записи новых файлов. Поэтому, если вы историю удалили недавно, то с помощью программ по восстановлению данных такой файл можно будет восстановить. Одна из таких программ это Recuva от CC Cleaner. Ее можно скачать по адресу, который я привожу тоже в описании. И лучше скачивать именно по ссылке, то есть с сайта cccleaner.com. Потому что когда вбиваете в поиск просто Recuva, то обычно первые ссылки ведут на какие-то сторонние ресурсы. То есть обратите внимание, когда будете скачивать, и чтобы эта программа была именно с сайта CC Cleaner, разработчик этой программы. Можете перейти по ссылке внизу, можете просто через поиск найти Recuva, но обратите внимание, чтобы именно с официального сайта. Потому как первая ссылка, на которую вы можете перейти, ведет на какой-то сторонний сайт. То есть это не самый лучший вариант. Нам нужно именно с официального сайта скачать. Заходим на официальный сайт. Далее выбираем бесплатную версию, нажимаем Free Download. Скачиваем, устанавливаем. В целом это программа по восстановлению удаленных файлов. А наша задача в рамках восстановления истории это восстановить файл history, который находится в папке default, user data, chrome, google, local, app data, пользователь. Вот, и таким, после того как мы восстановим этот файл, мы сможем либо переместить его сюда и далее открыть в google chrome, либо скачать специальную программу для открытия таких файлов, chrome history view, по такому адресу скачать, установить, и в нем можно смотреть историю из файла history. Вот так выглядит сайт, и здесь можно будет скачать этот файл. На этом все. Если видео было полезным, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.